грохнем, пацаны. Надеюсь. Замахиваешься гранатой? Иди... О! Евпатий Калаврати! Чего? Чего? Ты что тут делаешь, чувак? Друзья, добрый день, либо не добрый день, с вами снова я, Рувет, новое видео по игре PlayerUnknown's Battleground. С этого дня на моем канале каждый день будет новое видео по Battleground. Буду реально делать стабильно, надеюсь, у меня все получится. Ну и понятное дело, будут не просто каточки, а различные интересные челленджи, ну и конечно же просто каточки. Упал сегодня я на новорепное насчет скилла, это реально важно. Он у меня просел, я об этом уже сообщал, потому что реально подсел на Fortnite и... С этого дня я буду реально больше времени проводить папки, потому что, ну, блин, хочу так, реально, хочется больше папки. Так, у меня подропа сайга. Это крайне серьезный ствол. Я прям представляю, как мы сейчас подойдем к типу, который находится на расстоянии 250 тысяч километров. Я по нему промажу мансонот этого и бью типа за этой херью. Там никого нет, класс. Раз, два... Убил. Так, отошли. Не, ну с такой дистанции я точно того не завалю, поэтому... Поэтому забиваем, убегаем дальше. Короче, всем желаю приятного просмотра, прожимайте лукасы, наберем косарь лайков, и сразу выйдет новое видео по PUBG. Реально, я попробую сделать вот прям красиво. Так. Угу. Так, сайга мне не особо нравится. Не, сайга, конечно, классное оружие, но нет. Опа, вижу. Типа, блин, ну боже, я с такой дистанции ничего не сделаю. Ну вот что я сделал? Ничего. Разве что еще быстренько найдем что-то помощнее для дистанции. И тогда его убьем. Блин, довольно опасно лежу на контейнере, так лучше не делать. Если вы играете в Battleground, то так точно не делайте. Ну и что за бред? Вот куда он мог убежать? На самом деле, чем ниже мы находимся, тем ближе к нему, тем у меня больше шансов убить. У меня сайга. Но... Но если бы все так просто работало... Опа, побежали. Боже, у него тоже дробовик, какого черта? Нет, это, в принципе, хорошо, мне будет проще его убить, но... Но опять же, убью я его, и что получу? Опять же, дробаш по дропу, это не круто. А, труп лежит. Отдыхает, чувак. Я этого не понимаю, друзья. Вот сейчас мы реально прибежим прям к ним в упор. Меня убьют. Мне кажется, я знаю, где он, друзья. Он либо в этой, значит, в этой крайней. Раз, два, три. Боже, где ты? Понимаете, мне страшно, я бегаю, я всего боюсь. Ладно, окей, давайте представим, что тут никого нет, я просто бегаю. Просто бегаю, просто лутаюсь. Так, броник второй хорош. А то, блин, брони нет. Только лишь мой пресс. 25 тысяч кубов, все дела. Короче, я понял, все крысят, либо я просто мимо них пробегаю, не пробегает мимо меня. То есть, такие несостыковочки получаются. Лежат патроны на эмочку. И лежит скар без пулек. Вот это хорошо. Это прямоугольно, я бы сказал. Вот теперь я уверен, что любой противник будет повержен, уничтожен. Я в смысле убита. Так, берем бинты. Возможно, сильно много комментирую, но, блин, видео для того, чтобы покомментировать и играть. Опа! А какого... Я ему... Я его так нашил, триндам. И не хватило буквально тычки. Ладно, добили. Это было криво с моей стороны. Так, ох, ой-ой-ой, сколько у тебя... Ты что, серьезно? Бро. Ты же понимаешь, что мы сейчас с тобой подружимся? Спасибо большое за, за коряк. Так вот мы сделаем. Вот это я люблю, друзья. Кар просто... Сейчас будем раздавать, сейчас будем раздавать. Аптечку вижу. Короче, ладно, пусть они стреляются, я пока пойду заберу аптеку, и мы вернемся за ними.
Так, аптечка. Сэнкс. Они где-то то ли под горой вообще. Ну, звуки такие глухие, то есть... они далеко не близко от нас. Вижу, 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 вижу. Что-то промелькнуло под этим трактором красным. Вроде бы это чья-то нога. Так, подбегаем поближе. Два труп... Я тебя вижу, бро. А у меня есть грена? У меня нет грена. Думаешь, что я его не вижу, да? Как тебе удар по ноге? Ты что, дебил? Давай, давай, да... Ну, я тебя вижу, чувак. Ну, блин. Мне тебя жаль, серьезно. Прятаться под УАЗиком не самое лучшее решение. Поэтому весь дроп мой. Идите вон. Аптечка, бинты, трехкратник брат... Я испугался, трехкратник, короче, брать не будем. Дымы я заберу. И этого типа... О! Так. Я вижу, что это крайне сочное, мы это дело заберем. Прицельчик. Прицельчик, футбольчик. Ну, вроде все. Валим отсюда, побежали. Как тебе повезло, чувак, как тебе повезло, я тебе отвечаю. Это было нереально близко. Так, где... Ага, он зашел в дом, окей. Ну, короче, в любой ситуации мы его должны убить. Без его трупа я никуда не уйду. Так, как бы нам... Как бы нам действовать? Вижу. Чувак, давай, я тебя спалил. О, чё по мансам? Не-не, нормально, с его стороны это было хорошо. Это было не очень. Он же видел, что я его контролю, зачем было вылазить прям вот так вот перед пулей. Ну, в любой ситуации дроп мой. Кстати, у меня тоже снайпа была, надеюсь, это было что-то типа М24, потому что мне нужны пульки. Хотя у меня 240, нахрен они мне нужны. Так, погнали забирать. Вот это хорошо. А где мы его убили? Я забыл стоять. А, я понял, второй этаж. Давайте проверим сначала контейнер, если кто. Чтобы быть точно уверенным, что нам никто не мешает, никто не угрожает. Вроде бы никого. Окей, го, забирай дроп. Дроп. Дропецкий дропчик, дропик. Пульки. Не знаю, чем я их собираю. Мне реально и так до хрена, но будем брать. Ладно, я передумал. Я их выкину. Так, аптечка. Хилы, нормальный магаз. Вот это мы поставим. Грену, ой, хорош. Можно было бы взять калаш вместо скара, но скажу честно, я люблю скары, поэтому, наверное, буду бегать с ним. Я знаю, что на данный момент калаш получше будет, но... Ну, не знаю, мне просто нравится скар, я хочу с ним побегать. Так, окей. Передвигаемся дальше. Двигаем, двигаем. Ой, черт возьми, что я сделал? Не, ну в городе вроде никого нет, но одновременно я понимаю, что когда я говорил, что никого нет, мы убили еще двух типов. То есть, возможно, я не все знаю. Хотелось бы зачистить город полностью. Мы бежим очень, очень открыто, нам нужно какое-то дерево поблизости. Либо камень, чтобы в любой момент мы могли заныкаться и... И спокойно действовать дальше. Надеюсь, вы уже прожали Лукас. А то я смотрю в твои глаза, вот ты смотришь видео, и мне кажется, что лайк не прожат. Вы спросите, зачем лайки там просто так? Нет, друзья, лайки помогают распространять видео. Любая оценка видео реально его продвигает в рекомендации. Это приятно, когда вот люди реально поддерживают. Такого нубика, как я. Блин, вижу моцик, в принципе, можно было бы свалить отсюда, но одновременно я понимаю, что зона может прокнуть под мост, если я сяду на мосту. На мосте. На мостике, ну вы поняли. Вертуха. Если бы я убил, пацаны, я бы этот... Ну, охерел от жизни. Вижу, 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 он прям там притормозил. Вот этот камень, честно, мне по душе. Плюс у нас есть мотоцикл, который упал. Если что, мы свалим. Вижу, вижу, вижу голову.
Чувак, сядь в тачку, давай. Ну ты... Ты чё? Ты охренел? Ну, так тоже неплохо. Меня все устраивает. Погнали забирать его дроп. Это долбанный обдолбанный пенёк. Пацаны, тринда. Понимаете, что он меня принимает, да? Чувак, беги в зону, не тупи. Ты идиот, мы с тобой не в зоне. Зачем так делать? Я не понимаю, я никогда не понимал этой логики. Извиняюсь, что мало комментирую под конец, но я пытаюсь быть собранным. Реально человек понимает, что вот подошла зона, понимает, что зона бьет уже нехерово. Он сдохнет от зоны, но убьет меня. Какой смысл, чувак? Смысл в игре далеко не в киллах. Смысл в позиции. Вижу, типа, отлично. Сейчас его грохнем, пацаны. Надеюсь. Замахиваешься гранатой? Иди... О! Евпатик, калаврати! Чего? Чего? Ты что тут делаешь, чувак? Триндай в шоке. Что тут происходит нахрен? Это лютый замес, пацаны. Окей, мы его прокоцим, давай добьем грены. Готово, минус 8, нормально, нормально, нормально. Сочно, сочно, прожимайте лукасы, друзья. Ну как он там меня не спалил, я вообще не... Это трындец, пацаны, я в шоке, правда. Такое бывает довольно редко, это реально очень странно выглядит. Чувак даже не слышал того, как я подходил к нему под конец. Я рискнул, я реально подходил, он был преимущественно до мной, но... Чувак что-то крайне затупил и... Ничего не сделал. Да тоже хрень, друзья, мы в низинке. Причем довольно открытой. Вижу, вижу типа. Но это всего лишь один из 8 и 7, да? Поэтому... Это не показатель. Мудак, знай это. Боже мой. Пацаны, забыл, где он. Вижу, 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 вижу. А как я тогда его не убил? Я вроде бы стрельнул в голову, нет? Походу, баллистика меня резко стала не любить. Зона пошла. Чувак, ты же не идиот, правильно? Или ты идиот? Ты, походу, идиот. Окей, я тоже идиот. Валим отсюда. Чувак, мы не в зоне, забей. Мы не в зоне. Ха-ха-ха. Ну и похрен. Идем дальше. Блин, боже, ну это, друзья, ну я не мог пропустить такого момента, когда он хилялся. Ну я не мог, честно. Это было очень... Очень сочно. Так, впереди дома. Тем временем 6 в живых. Так, 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 так. Блин, чувствую, сейчас сдохну, реально. Сейчас будет просто мгновенная карма из-за того, что я его убил. Хотя, боже, друзья. Это не тот случай, он сидел. Ладно бы он, если бы он бежал, я бы честно его не трогал. Я вам серьезно говорю. Мы бы бежали вместе. Но он ни хрена не бежал. Где-то тут челик, давайте его убьем. Точнее, сдохнем. Готов, это был крайне хренов зажим, ну да ладно. Простите уж меня, меня Fortnite испортил, я реально стал играть хуже. Но ничего, мы с вами все исправим, правильно? Правильно? Так, тем временем 5 киллов, 35 секунд. Бустов у меня нет, кстати, вообще, но зато есть большая аптечка и 9 маленьких.
Не, в теории могут быть люди в домах. Реально, в теории изи в домах могут быть. Ну, типа, это единственные дома в зоне. Почему бы там не сидеть? Я не хочу бежать, чуваки. Я реально не хочу бежать. Это самая синяя дача. Блин. Она проклятая. Я не знаю, где прятаться, пошла зона. 5 человек на такую зону, это же чё? Это капец, я называю. Тринда, ничего внизу? Окей, ну это 2 человека, они перестреливаются. Где еще? 2, 3, 2. Еще 2 должно быть. Самое опасное в такой зоне это трава. Реально, люди просто лежат и крысят, ублюдки. Почему ублюдки? Потому что крысить это... Крысить это не круто, честно. Так, 11 киллов у меня имеется. Он по кому-то явно работал. Я дебил, я нечаянно нажал. Пацаны, отвечаю. Нечаянно нажал. Это может быть моя главная ошибка, друзья. Меня еще изи могли спалить. И сейчас изи могут убить. Спать, братишка, просто спи, окей? Так, друзья, он с кем-то стрелялся внизу, вроде бы, ну, по, ну, 100%. Он либо убил чела внизу, да? Либо не убил, надо было смотреть мне чатик. Ну, только не крысьте, ну, пожалуйста, давайте без этого. Ну, так же все хорошо начинается. Точнее, уже заканчивается. О, мой гад, камень... Нет, камень не в зоне, камень далеко не в зоне. Я чувствую, понимаете, вот эти вот... Я чувствую хвост, вот где-то тут есть хвостик. И это не мышка. Значит, что? Это крыска. Где она? Зона пошла. Ну окей. Извиняюсь, у меня реально садится голос иногда, потому что... Ну, до хера говорю всякую хрень. Вот кто знает, где он может быть? Никто не знает. Домов куча, травы много. Бустов нет, не могу отхиляться до фула. Большую аптечку жалко, потому что, возможно, пригодится еще. Чувак, я реально не знаю. Видите то дерево? Оно вроде бы в зоне. Да где он может прятаться? Я уже все вижу. Опа. Братишка. Стоять. Ну, я понял, где он. О, знаете, в чем прикол? Мы бежим в зону. Дерево в зоне, вроде бы. Так, окей, есть план. Мне одна гренная, надо сделать одно убийство. Ты охренел, мудак? 2 дебила. Братишка, если я не в зоне, то я буду плакать. Я предупредил, если я не в зоне, я сливаюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, пожалуйста, зона прокни, я тебя умоляю. Не под... Мое сердце, друзья, если бы вы слышали, вы бы охренели, оно просто вот так вот. Стой, тварь, нет! Хорош! Ну, до сих пор за деревом, да? Наверное, вы слышите стук моего сердца, потому что это сильно громко, я сам глохну. Казалось бы. Я должен был убить. Какого хрена, алё? Чё за ю... Я идеально в голову дал. Вы издеваетесь надо мной, чуваки? Это чё за прикол только что был?
Мне кажется, я слился, друзья. Почему первый выстрел был не в голову? Это был реально важный выстрел. Второй, ладно, я думал, что он как-то притормозит, но он не тормозил. Он очень грамотно отстрелял второй раз. Сейчас ты сдохнешь, мудила. Да перезарядка, издеваешься? Трава долбаная. Умирать, окей, умирать. Друзья, это реально сочная каточка, мы взяли топ-1, при этом 13 скиллов. Для меня человек, который реально раньше люто задротил Battleground, подсел на Fortnite, я очень доволен результатом, надеюсь, вам понравилось, и с этого дня на канале будет каждый день новое видео по PUBG. Если вам нравится эта идея, прожимайте лайк, не забудьте подписаться на мой канал, это очень важно. И знаете, с вами был я, Руви. Всем удачи, всем хорошего настроения и пока.